Здравствуйте, дорогие друзья! У нас ожидается практика в скором времени, практика чакральная. И с учетом того, что сейчас очень сильно привязаны к матрице цифр определенные поля энергии, соответственно, хочется вам пояснить, что будет за практика, для кого она направлена, с какими целями и задачами она создана, и что она будет нести вообще как практика для энергетического существования, для энергополей человека, и какую пользу мы можем извлечь для себя, проводя эти энергии в эти даты. Алида Жубоши Жуконцы, Хинзе Металихин Крамашипата. Я вас приветствую, я в активе мембране, Бижу Жукозах, Моши Жукорбоши Рупота. И действительно, система качественной формы энергополей определяется через качественное состояние систем цифрового модуля. Мы же Крамашипата. Вы пришли в новый мир, когда зацифрованное состояние матриц Алида Крамашипата дает определенные энергии, поля, и ваше человеческое сознание может рассчитывать эти коды и Бижу Жукорбоши. Соответственно, через применение этих осознанных состояний, Бижу Жукорбоши Рупота, осознанных энергий, которые в потоке имеют основу цифровых носителей Бижу-Крабаш-Рапата, рассчитывать их и, соответственно, принимать. Линдах Маша Жур-Бошу-Кода. Итак, дата Масандамаш-Рапаш-Рапота Жур-Курбо, ты запрашиваемая дата вашего эквивалентного кода, несет определенную основу Дзуконцы Жикамасра Пиши Жур-Курбо-Шу-Кода. Назовите ее вновь. Дата 01.11.2020 год. Миши Жуконцы Хин Жур-Бошу Жуконцы Ханса Матра Маш-Рапата. Это система созидания, система обнуления программ, которая дается через старые форматированные программные коды, выход на новые формы, несет за собой даже грубые ходы. Суть энергопотока именно в эти даты, в эти носители календарных временных кодов, у даже грубой рупоты, то, что система обнуления старых кодовых кодов и мастер-мишер-пастер-пад несет за собой состояние качественной основы для новых полей и для активизации. Лидах Моши Жуконцы, Мидах Мастер Маша Жирбоши Коды. Активизация в форме систем первой основы Дамашра Карбата. Первая чакра отвечает за состояние систем Лидах Моши Рукоды, матричных программ, системы энергоносителей кундалини в основе Хинжу Курбоши Рукорбота Хада, обнуление старых программ и выход в новые формы. Боже Жуконцы Мижерпата. Работа будет выстроена на состоянии поточного состояния Земли в основе программ для того, чтобы раскачать первую структуру бужур-бошхода, отлатать финансовые потоки через мыслеформу, рядах маш-рпата, активизировать состояние системы баланса через эти поля бужур-бошхода, запомнить эту энергию для работы, и хинцужур-бошхода, и, соответственно, вести взаимодействие центра и активы для системы активности полей бужур-бошхода по всем программам обеспечения этого кода. Рядах моши жуконцы мада. Поэтому практика будет направлена на состояние системы бужур-бошхода, исходя от цифровых носителей по энергомодулю, рядах маш-рпата, на состояние структур новых программ Курбо-шукурбота, масрахада, чтобы сознание рассчитывало эти программы, Лидах Мошукода, чтобы тело активизировало эти формы, даже Машипата выходила на новое качественное состояние энергии, и Хинджукурбо-шурбота, и, соответственно, закрытие старых программ, обновленная форма Джукурбо-шурбота, освобождение состояния памяти Бжукурбо-шукода будет давать активный качественный результат. Ридер Машипата, если коротко сказать, Бжукурбо-шукода в этом масле Хинкабата, эта практика дается для того, чтобы закрыть старые программы по разным полям Джукурбота и основной поле, это первое фона, это башрупоса харбата, поле первого поля работ. И хинджу курбошхода, отвечающий за программное обеспечение, за сексуальную энергию, за память системы основ, связанную с первой зоной, и дижурбошхода, и выход на новые формы. Лидах масса бата, дужику масса дижу курбошхода. Поэтому, если у вас есть какие-то заторы по старым программам, которые нужно разрешить в своем поле, бежика масрапата, освободиться от состояния систем негативных программ, дужику курбошхода и масрапана, вы можете абсолютно с этой энергией работать. Это принесет качество, и бжирпот это освободит память в основе бжирпот хмада, и монаду включит по параметрам. Лидах маша жукона, рибаса жукорботы. И у кого есть благий настрой, это будет только пользой. Ну что, друзья, я вас жду 01.11 в 10 утра на практике, поэтому, если кому-то есть в этом востребованность, освободиться от старых программ, выйти в новые состояния, в качественные формы. До новых встреч! Соответственно, на практике увидимся!